О, хорошо, у нас тут вышло. Тан-тан-тан-тан. Так. Опа. Опа. Все. Все. О, какое у меня лицо обгорело. А ты его слишком близко похожий. Слушай, вообще удивительно, потому что вот когда в камеру, ты какой-то толстый, страшный, уродливый, старый вообще. Это я? Нет, я вообще про себя говорю. А. А в жизни очень даже, да? Ну, в этот раз ты точно про меня, да? Нет. О, привет из Турции. Привет, Турция. Это, наверное, тебе привет из Турции. А чей это тебе привет из Турции? Да? Да. Ну, не знаю. Как океан? Океан 31. Вообще круто. Океан классный. Как вам бирюзовые сердечки? Клёво, Бирюзовые тут еще сердечки розовенькие какие-то шикарные. мне. Да. И это моя жена. Привет. Не Привет. надо мне так показывать, у меня лицо такое, как у этого, как он называется, как у Шрека. Как у Фионы. А, вот, точно. Привет из шахт. И шахт. Привет. А что там в шахтах? Привет, привет. Давайте уже в СПБ скорее Нет. отошли. Дайте нам потусить. Мы смело можем сказать, что нам еще полмесяца. Привет, Ставрополь, привет. Да. Мася, как тебя зовут? Масюсек. Масю зовут Масюсек. Так, Вы шахта это город, голые? поняли. Так. Не, в одежде. Ну это ты в одежде, а я-то совершенно голый. Хорошо, что А, я успел точно. камеру перевести. А то мы развенчали миф о том, что у меня ничего нет. А, да, так нельзя. Так, привет, здорово. Сиськи покажи. Сиськи. Сыски. Сиськи будут на других видео. Так. Я тоже только что нажралась макарон. Я отходила 1:50 на эллипсе и нажралась макарон. Да, Привет. у нас была утренняя тренировка. На утренней тренировке Мася повыпадала, поплавала, поприседала. По И так 50 четыре раз, захода, да. да. Потом полтора часа сходила на степень. Сейчас мы перекусили хорошо. Хорошо, так макарон Минуток поели. 20 поболтаем с вами и пойдем дальше в В зал, зал. где у нас уже будет такая полноценная тренировка. На самом деле могу сказать, что-то здесь все легко. Я вчера поставил Да. 60 килограммчиков, просил 60 раз и даже что-то не запыхался. Так. Спасибо. Мы позитивные, молодцы. Что с глазами? Мать, что у тебя с глазами? У меня опухла я вся. Опухло? Опухла, да, он, видишь, какой я опухлик. Опухлик? Ага. Это, наверное, ром с колой, вечерний, Да? расслабляющий. Ну, наверное. Ну и ничего страшного. Да. Привет. Так. Путана. Какие-то люди вообще непонятные, что вы пишете. И главное, кому? Вот мне нравится вот это как это путафло. Нормально, человек ошибся. Барсело? Нет, это Бахия Амбар. Да. Мы в Доминикане. Валяемся у себя в отельчике. Вчера уже показывали и номер, и все остальное. Все каналы, ой, все ютубовские. Все так, дубль три. Я же в прямом эфире, да? Нельзя Да. заикаться. А все перископное видео у нас на лайв-канале. Так что там все можно посмотреть. Черно на глазах. Это татуировка. Да. Уже так устали отвечать на эти вопросы. Там топ вопросов. Татуировка, гей, что ты красишься, ногти зачем красишь, что И там губы. еще? А, губы, И где клыки. писька? Да, ну, в общем, целый топ вопросов. Протереть камеру мутно как-то. Так, потерли. Так О, лучше? да, смотри получше. Дай-ка я сейчас тоже чуть-чуть чик-чик-чик-чик. О. Мася, так надо было соском тереть. А, соском, да? Да. Так, что тут у Так, нас? вон баночка. Баночка вон отдыхает. А, так, Саня, в зал в отеле. Не поверите, у нас так хорошо расположено вилла, что у нас до столовки 50 метров, до зала 40 метров, до океана 50 метров. Так что у нас все в разные стороны, все рядышком. Вот, сколько у нас времени? Времени у нас Сейчас вам около... скажу. 14:08 по Ну, местному времени. как это? Покажите вид с Как-то... окна. А там пальмы одни. Смотреть нечего. Так, вопросики. Класс. Зеленое сердечко. Для Санины Маси. Ой, Спасибо. спасибо. Мы не формалы. Это вопрос был. Это вопрос? Да. А кто такие Окей. неформалы? Да. А номер отеля показывал обстановку? Да, показывал. Можно, конечно, еще разочек показать. Но А у туда... нас уже, у нас не убрано, у нас тут вообще беспредел какой-то.
Нормально у нас все предел. Не, у нас все не. Беспредел был там, где мы с тобой снимали видео про подайте денежку. А, да, это да. Много русских? Нет. Ну как нет, 10% точно есть. Грудь покажи. Покажи им грудь. Они все грудь два. Просят. Грудь. Одна, вторая. Две груди. Две груди. Смотри, какие у меня, да? Получаются большие на камере, как будто я такие вообще безразмерные. Ого. Во, все. Что там? Узнают нас, да. Постоянно фоткаются. Арбузы. Было прикольное видео, оно, кстати, тоже у нас на YouTube-канале есть. Люди со свадьбы бросили свадьбу, побежали с нами фотографироваться. Да. А русских, да, ну как, все, кто русский есть, практически все узнают. Как нас не узнаешь? Так, ты когда будешь восстанавливать грудь? Она не восстановится уже никогда, только свой показатель. Мась, ты дергаешь камеру, это обламывает, да. Зачем брить подмышки, Сань, ты же мужик? Что-то даже я зависла, не знаю, что ответить. Наверное, это просто был легкий троллинг. Саша, а как вы встретитесь с ВСПБ? ВСПБ встретится с нами очень легко. Дивинская, дом 4, приходите, говорите, а... Я к Саше. Голубенькие, розонькие, сердечки. Накрашенные ногти, здорового мужика, накачанные губы. Куда катится мир? Куда катится мир? Куда катится? Куда-то он катится. Да, куда-то он катится, но с нами он катится гораздо веселее, чем без нас. Саня, губы делал когда-то очень много лет давно. А последние года 4 уже ничего с ними не делаю. Кто-то направил какое-то вложение непонятное. Так, ты пипец как сосешь. Для мужика такие вещи странные, это говорит о вашем латентном гомосексуализме. Ну да бог с вами. Так, что, естественно, это не безобразно? Понятно. Не, у меня есть знакомые, которые любят еще, когда девчонки все такие заросшие. Но это... Ну, это свой это фетиш. Отдельные любители, да. Чего у нас? А, я же вспомнил, что я хотел вообще сказать. У нас же вышла рубрика в Инстаграме «Ответы на вопросы», так что можно все-таки ответы там будет, вопросы там позадавать, а мы на них потом будем отвечать на красивом-красивом пляжике. Что у нас еще? У нас еще навернулся компьютер, который мы с собой взяли. Так что все видео выйдет только не очень через полчаса. Очень обидно, да. Мы хотели все высылать сразу. Надеюсь, камера у нас не грохнулась. Нет, с камерой. Нет, там все работает. Так, вы гуляете все время, надеетесь нас встретить. Нас встретить очень легко. Мы в 7:30 находимся на своем пляже и где-то часиков до 9 там купаемся. Прямо вот напротив нашего Амбар-Бахе. Поскольку времени сейчас трените. Ну, я треню недолго, 45 минут, плюс мы в моречке проводим парочку часов. А Мася тренит гораздо больше, но у нее аэробная тренировка. Так. Ой, опять с уголовщиной. Идите вы в баню. Прочитайте вы все в интернете и радуйтесь этим вопросам. Давайте что-нибудь другое. Животные дома есть? Нет, кроме нас никого. У нас хорошенький ремонт, и пока не до животных. Более того, все-таки они как дети требуют заботы. А затем же глаза красить, зачем? И ногти, и что там еще красим? Гоген Солнцев. А это кто? Ну, Гогена я, в общем, знаю, а Солнцева не знаю. Ты менял пол? Нет. Времени 2 часа дня. Сколько мы женаты? Целую вечность. Так. Да? Пидурасы. Это к чему? Конечно, пидорасы. Так, что там еще пишут? Как дела? У нас отлично. Алейкум с Караганды. И вам тоже. Что посоветуешь для набора массы? Да все просто. Питайтесь. Вопрос, какая будет масса? Температура в Доминикане шикарная. Август считается самым жарким месяцем. Июль-август. А сейчас хорошо. Где-то, наверное, 32 в тенечке. Хотя, когда на солнышко выходишь, печет нереально, поэтому, допустим, я-то купаюсь всегда в футболочке или в рубашечке. Так, рядом мужик или женщина? Тоже, я не знаю, кто я. Еще не определилась. Она еще не определилась, она еще маленькая. Да. Что такие вопросы задаете? Детская психика может не выдержать. Так. Что с губами у мужика? А что у меня с губами? Все хорошо. Какой твой вес, Сань? Не знаю. Здесь, самое интересное, здесь весов нет. Здесь даже в спортзале нет весов. Это не видно, чтобы не расстраиваться. Не расстраивать туристов. Не знаю, думаю, чуть поднялся, 115. Давно знаешь английский. Ну, я его не то, что знаю, но изъясняюсь и на английском, и на испанском.
О, Кипру привет, наверное, Айнапа. А я вот скучаю по Айнапе. Вы не руку из трусов. Простите. Раз скучаю, а то я скучаю по Анапе и руки в трусы засунула, да? Да, было дело. Так. Что там? Пидар? Кто такой пидар? Саня, ты что? Чуть-чуть спридерю. Так это ж хорошо. Спридурье. Правильные люди, все проблемы только от них. Вот он встанет в левом ряду и едет все 60 километров в час, потому что он правильный, а я неправильный совсем. Вы уроды, но классные. Да. Не, помните, самое обидное, что можно мне написать, ты кто? Все остальное нормально. Ну Кто? вот, Ну вот, кто вы такие? уже теперь у нас двоих. Это какая-то Алинка написала. Явно нас обижает, специально знатно троллит. Так. Нормальные ребята. Мася, давай Сисяндра. Сисяндра был завтра на пляже. Да, сегодня, кстати, шикарно получилось. Мы должны были это заснять в Перископе, но сегодня почему-то чудовищным видео, образом видео не захотело писаться и вообще не было там интернета. Так. Так. Си. Чего? Ну, Это он... неприлично так вообще выражаться. Да, мальчик звезду поймал. Невкусная еда, но макаронки я нормально лопаю. Наира засматривается. Нет, когда идешь с Сашей, все внимание на него, поэтому можно голый Даже ходить. топлес ее не спасает. Да, то есть мне все нравится, насколько похудела. Да я уже не похудела. О, спасибо, спасибо, Вик. Не, почему откуда ты не похудела? Нет, я похудела, но сейчас я уже опять набрала. Сколько ты набрала? Ты как стоишь одно весит 64, так и стоишь. Вряд ли такое набрала. Ну я-то хочу обратно. На дискотеку по вечерам? Не, мы в 8 часов вечера спим. Единственная дискотека, куда мы с удовольствием пойдем, это будет Кокобонга, и планируем там Была идти. 78, а сейчас 64. Это сколько получается? 14. О, вот сколько. Так. Где друзья, всегда вы двое. Ну, друзья у нас в СПБ в Москве. И, допустим, вот четверг мы проводили с друзьями. Были с Настей Шарком, были с еще одними нашими друзьями до этого. Потом приехали с Мишкой 172. Кокляеву. Вот. Оба мужики, да. Митка, это что такое? Витка, не знаю, что такое. Что такое Витка? Да пусть пишут они Вы из тур покупали Крымка. или сами искали? Мы всегда раньше тур сами искали, то есть сами бронировали, потому что у меня в отеле директор отеля и управляющий друг, и мы им писали, и у нас входило всегда очень все классно, и билеты покупали. Но после того, как трансфера дал дубу, все стало не так хорошо. 78, потому что мы специально набирали массу, чтобы нарастить попу. И попа выросла на 11 сантиметров, а вес ушел обратно. То есть мы уходили тогда как раз с 65 до 78, сейчас ушли обратно к 64, то есть полностью вернули вес обратно, а задница на 11 сантиметров больше. Собственно, вот так вот. Азур Эйр. Это ужасно, да, у них там даже бизнес-класса нет. И там вообще все вот такое узенькое. Как худели? Худели мы достаточно просто. Масёк начала тренироваться по 2 раза в день. Легкая тренировка утречком минут 30-40 и вечером в часа полтора. Если у меня клиентов больше, то она вообще там до 3 часов ходила на степе. Вот, собственно, вот так вот. Плюс разгрузочные дни, и, соответственно, получалось все хорошо. Я летал в Тай с ними, ужасающе. Саша, тебе хватило места там? Нет. Нет, кстати, тот же экипаж, который вез нас в прошлый раз в Тай, когда мы летали с Коком и нашими ребятами, друзьями, эта же команда летела и сейчас. Так, снимите цикл тренировок для женщин с вашей женой. Мы уже снимали и что-то поснимаем еще однозначно на днях. Такой план есть, красивенько все поделать. Да, покажем, что можно делать прямо на пляже. Саня, сколько весишь? Мы не знаем. Мы едим, но не знаем. Саня, как относишься к трансвеститам и гомосекам? Да никак не отношусь, у каждого своя жизнь. Не надо интересоваться чужой, пускай себе живут. Так, что делать, если силовые растут, а объема нет? Наслаждаться и радоваться, если для вас объем более главный, ну тогда, значит, вы вообще Ой, неправильно прости. занимаетесь. Поцелуй Сашу. Поцелуй. Так, сколько вам чего лет? Ты трахаешь ее? Нет, мы только за ручку ходим. Больно было тату на глазах. Больно. Так, фигура после фантастика я смотрела сегодня на Ютубе. Саша, ты в прошлом Я борцуха, в прошлом, да, блин, что-то телефон у меня греется, непонятно, я не понимаю, чем греется так.
успели. А? Так что там случилось? Долго лететь туда? Сколько сюда лететь? Почти 12 часов. С Москвы? Да. Фасоль в томатном соусе для худеющих зло? Конечно, вы что? А он еще, наверное, и соленый соус, да? Ну, конечно. Саша, хочу фото с тобой. Так в чем вопрос? Я всегда за. Еще раз в губы говорят поцелуй. Что ж такое? Ты с Коком общаешься только на тайских каникулах? Если нет... А, не успею прочитать. Нет, с Димой мы созванивались после этого еще несколько раз. А не со всеми ребятами общаемся. А за кого там поцеловать тебя? Поцелуй Сашу за меня? Да. Это парень тебе написал. Ой. С мальчиками не целуйся. Нет. Игрушки с секшопа взяли с собой? Чего да, нет? Взяли. Да. И целое ведро с маски. Об нее, видно, и разбился компьютер. Да. Ой, что там мы там какой пропустили? Какой вопрос задал бы Масис, увидел бы ее первый раз в жизни? Что бы ты меня спросил? Да нифига, меня прям в ступор ввели, не знаю. А, вы знаете, с какого-то озера, да, это был первый мой публичный прогул по интернету. Через сутки я был уже везде, в Канаде, Австралии, Америке, собственно, вот так вот. Мы комп спасибо. Сдали в багаж, да, комп сдали в багаж. По-моему, он этого не выдержал. Он не... Да, блин, очень жалко. Значит, это супер красивое. Ой, спасибо, какой ангелочек, посмотрите на меня. Опухшая, обгоревшая. Ну что, нормальная такая? Смотри, у меня такие сиси, вон как кажется. Вот, давай покажем чуть-чуть. Вон какие сиси. Нормальные сиськи? Полетите в этом году куда-нибудь еще? Однозначно. Сейчас да. Прилетим, будем соображать билеты в Таиланд. Надолго. На Новый год. Вот. Спасибо. Куда еще? И 15, по-моему, или 16 часов мы летим в Мюнхен на Октоберфест, но это ненадолго. У нас там съемочка, покажем, осветим, плюс наш друг нас туда приглашает, посмотрим, что хорошего такое есть. Так. Слушай, не ревнуешь меня? К чему? Не знаю, там как. У меня Мася все время рядышком. Угу. Так, я первый раз видел тебя в видео, когда тебя менты брали. Сотрудники полиции, да, есть такой поджаренный Мася. Мася такая поджаренная, хрустящая, с корочкой. Угу. Сколько тату? Тату дорого. Не будет билетов, только тур или с аэрофотом на регулярных. Это вы имеете в виду про Таиланд? Да ладно. Ничего, придумаем. Кажется, мы сейчас заснем, а не на трене пойдем? Не, это запросто, мы сейчас встанем быстренько, и 50 приседов дадут очень хороший разгон тонус своему организму. Да. Не боитесь летать? Не боимся. Чему быть, тому того не миновать. Саня, твой вес 115. Сколько раз у вас в день секс? Маська мне не дает. Говорит, я, говорит, устала, говорит. Поэтому давай еще отдохнем еще. А сама днем куда-то на тренировку, говорит, уходит. По 2 часа. Тренировка? Ага. Чем тренируешься? Да есть тут спецтренажер. Спецтренажер? Да, много всяких разных. Да? Да. Угу. Как не стыдно. Ой, простите. Так, Мася курсила? Мася курсила. А что нет-то? Нет, ОМОН меня не крутил. Они к этому даже вообще никак. Не надо трогать ребят ОМОНовцев. У них и так работа тяжелая. Саня, у тебя колени от приседа не болят? Нет, при правильном приседе такого не бывает. Все бывает хорошо. При правильной технике, правильной постановке, правильных углах все нормально. Тебе этот образ как раз помог. Обычным был бы лучше, хоть разум остался прежним. Ну, так, по-моему, разум и есть самое главное, все остальное это фигня. Там, Саня, ты 119? Не, наверное, 115. Когда детей делать, никогда. Масянин, смеху привет. Классный такой смех. Спасибо. Рассказать мягкий курс для девушки. А мы снимали видео про... Да, что-то было да, такое. Да, на Ютубе, на основном канале смотрите видео. Если покажусь полностью, потом видео на Ютуб не показать, его забанят. Я же голенький совсем. Угу. Предпочитаем белое или красное? Красное. А сейчас, да, красное. Раньше почему-то белое, а сейчас красненького. Это у Маси было белое, а у меня всегда было красненькое. А я от красненького чесалась, а сейчас ничего так. Не чешешься? Не, не чешусь. У-у. Все? Ага. Организм ой, привык? А что там ничего не пишется? Напишите что-нибудь, я даже готова ответить что-нибудь. Алло. О! Тихо, покажи. Что там? Ну, как-то вот так вот.
тетя. Что там? Тетя на Успенскую похожа. Да. Ну так в таком позе, в такой ракурсе. Да, давай, может, так сверху мы посимпатичнее будем. Во. Давай. Ты куришь? Нет. Сколько лет? 16-18. Вы ловите покемонов? Они, по-моему, были истреблены до нашего этого. Какой объем у массы импланта? 600. Так. В Инстаграме есть? Есть. Есть. Что означает моя тату? Ничего не означает. Красоту. 16-18 убил. Почему? Это правда. Саня, часто витаминизируешься. Постоянно. Ха-ха. Игру установил. Какого? А это, видимо, не нам сообщение. А, ну ладно. Ха-ха. Стоит ли делать первую тату? Да, здесь вопрос совершенно не в этом. Вопрос, нравится вам или нет. И что вы в самом деле хотите. Так, ну все, давайте. Пару минуток, а то действительно в таком положении мы уже начинаем засыпать. А у нас целый план. Целый план. 45 минут тренировки, а потом 2 часа. 1 апреля у Саши день рождения. Сколько занимаемся спортом? У меня уже скоро много. 23 года будет. А у меня с перерывчиком, но тоже давно. Блин, хочу какие-то больно. Нет. Вы в Доминикану? Мы в Доминикану. Доминикану. Политические взгляды вообще лучше не трогать у нас в России. Позитивчик? Да. Это все Виктория, да? Да, и у нее такие разные сердечки, по-моему, она все сразу почередовала. Мася курсит. Да постоянно. У Мася правильный курс. А сколько стоит? Кто стоит? Мася хочет купить и на прессе, но не может, потому что лопает всякие вкусняшки. Угу. Мася хочет кубики на прессе, да, но этому мешают булочки. Так что там? Не хочешь забить белки на глазах? Можно было бы, но, к сожалению, можно ослепнуть. Поэтому, в общем, вот. Почему крашены ногти? Ну, потому что крашеные лучше, чем не крашеные. Не, я не курю и никогда не курила. Какого цвета глаза? А какого у меня цвета глаза, Мася? У тебя голубые. У меня голубые. Ветеран, я не... Подожди, с какого года? Сейчас скажу, с какого? С 99-го. Я занимаюсь. А у Маси когда дыры? У меня 30 мая. А перерыв, потому что была всякая разная работа. Иногда не получалось тренироваться. Вот так вот. Так. Да, 30 мая. Можно ли макароны на ужин? В небольшом количестве можно, в общем, все. А в большом лучше не стоит. Ну чего, Масек? Сколько стоит... Отбеливать зубы не надо. Сколько стоит месяц тренинга? У кого? У меня? Недорого. Всего 20 рублей. Саня чем занимался до бодибилдинга? Так я одновременно с тем, как ходить... Я на самом деле билдингом-то не занимался. Железки качал, а так всем подряд. Кикбокс, желтенький. Вольная борьба и тому подобное. Вот. Показать себя голенького на секунду для фата. Какие-то странные типы желания. И боец? Нет, боец это тот, кто постоянно этим занимается, а у меня просто работа такая была. Сколько стоило сисечки сделать? Ну, надо не забывать, у нас везде хорошие друзья. А когда есть хорошие друзья, все стоит несколько иначе. Как и с отпуском тоже. А тут фаны собрались, и это да. Сколько ваш штук? Сколько штук? А чем Мася занималась до фитнеса? Я? Мася жила в Австралии, звали ее Ронда. Она гробила людей. Ронда Рузи, да? Это я. Вот убрали просто чуть-чуть. Вот здесь вот у нее была у нее родинка, да, у Ронда Рузи, да. И похудели с ней. Так все вот так вот. Вы еще губы больше сделали? Не. Ой, Юнталова, привет. Как погода у нас в Юнталова? Мася, она тоже на тренинге сейчас? Конечно, мы вместе все время. Да, сейчас у меня уже третья тренировка. За исключением, когда я сплю, она ходит якобы на тренировку. Да, на тренировку. На тренировку? Да. Вынь руку из трусов. Куда ты на тренировку ходишь? Ну, все туда же. Туда же? В тренажерный зал? В тренажерный зал. Там спешл оборудование. Скоро вам привет. Так, сегодня солнце 24. Есть человек куда, как можно раскачаться? Как можно просто увеличить нагрузку? На самом деле турникменов вполне хватает, если правильно питаетесь. Кто там так переживает, трахаешь ты меня или нет? Саня, кексы все съел из Голландии? Не, я вообще их не пробовал. Я ела, я вам расскажу, фигня, это все полное. Курево у них еще ничего, трава такая более-менее. Привет от Жени и Гоши.
Женя и Гоша, привет. Да. А кексы и все такое, грибы, ерунда полная, они вообще не действуют. Все это ерунда. Да, эксперт вам дал заключение. Саня, ты служил? Да, первые 15 лет своей жизни. Очутился на корабле сразу и служил. Спасибо. Все, мальчики, девочки, можно узнать, как там Кокляев в спорте. Видео это снято, но, к сожалению, поступит на канал только через полмесяца. Все, всем пока. Всем хорошего, что у вас вечер. Так что, наверное, уже до завтра. Пока-пока-пока. Пока. Опанька. Мася, мне никогда не получается отключить, потому что на твоем это телефоне... Это у тебя? У меня вот такой говнотелефон. Пока. Кто мне подарил говнотелефон? Это я тебе подарила говнотелефон. Зачем ты мне подарил говнотелефон? Смотри, у меня ничего не выходит. Так а ты тыкай, тыкай. Тыкай? Вот ты вот. Я тыкаю, я еще вообще... А ты еще тыкай. Мася, да... Ты посмотри, потыкай давай ты. Давай я потыкаю, тын-тын-тын-тын-тын-тын. Да ни хрена не выходит. Нет. Пацаны.